как я работаю с практикующими контрактными управляющими, я постоянно сталкиваюсь с тем объемом работы, который они вынуждены выполнять ежедневно. И это отчеты об исполнении контракта, это размещение информации в реестр контракта, причем по каждой накладной, по каждому акту оказания услуг. Соответственно, если мы возьмем, ну, даже самого простого заказчика, больницу региональную, то там ежедневно идет поступление продуктов питания, лекарственных препаратов. И получается, что контрактные управляющие вынуждены размещать отчетность ежедневно по много раз, соответственно, формировать. А польза от этого всего где? Вот что основное. Поэтому прежде всего ждем упрощения отчетности. Это раз. И второе, ждем опять-таки электронизации закупок для того, чтобы можно было проще, быстрее, легче их проводить.